С вами канал «Учебник вслух». Окружающий мир – первый класс. Тема урока – «Скоро лето». Рассмотри рисунки. Расскажи, как дети отдыхали летом. Как ты обычно проводишь лето. Никогда не соглашайся, если незнакомые взрослые предлагают тебе покататься на чем-нибудь или пойти куда-нибудь. Они могут причинить тебе вред – если тебя пытаются увести силой, сопротивляйся и зови на помощь. Какое правило дорожного движения нарушил Коля? Придумай вместе с другом рассказ про путешествие. Пусть один из вас начнет, а другой продолжит. Например, ты говоришь, однажды заяц решил исследовать соседний лес. А твой друг продолжит, но он не знал, что в этом лесу Живет злой волк.